В наличии имеется Skoda Octavia A7 FL, VAZ-5054A и планшет Sony Service 4.2.3 под Windows 7. А теперь по поводу функций, что сделано и как сделано. Делаем тест стрелок. Действие. Блок 17, дальше кодирование, потом демонстрация, выбираем активно. В результате стрелки при запуске двигателя бегут до максимального положения, потом обратно. Потом показывает актуальное значение. Вообще, если у вас ключевой запуск, то должно пробегать при включении зажигания. Результат можно увидеть на данном видео. Отображение уровня обдува климатической системы в режиме авто. Действуем. Блок 6. Электроника отопителя и климатической установки. Кодирование. Индикация режима вентилятора в автоматическом режиме. Дальше выбираем активно. В результате центральной крутилки в режиме авто отображается сила обдува. Результат вы можете увидеть на этом видео. Как сделать задние габариты в режиме ДХО Audi Style? Действие. Выбираем блок номер 9, блок управления бортовой сети, предоставление прав, 31347, адаптация. Затем необходимо сделать 4 дальнейших действия. В результате задние габариты горят в режиме ДХО. Как сделать перемигивание задних габаритов и поворотников? Действие. Заходим в блок номер 9, предоставление прав, 31347, делаем адаптацию, дальше производим 6 необходимых действий. В результате мы получаем задние габариты, при включении поворотника отключаются. При отключении загораются обратно, каждый цикл мигания поворотника. Результат мы можем увидеть на данном видео. Делаем звуковое подтверждение запирания и отпирания центрального замка. Действие. Выбираем блок номер 9, блок управления бортовой сети. Предоставление прав, 31347, адаптация, ответные сигналы. Далее делаем 6 последующих действий. В результате при отпирании или запирании автомобиля, даже без внештатной сигнализации, будет звучать звуковой сигнал. Работает как при отпирании из ключа, так и из касания к ручке в случае наличия кейси. Делаем улучшение звучания Болеро. Действие. Выбираем блок 5F. Электронная информационная система. Далее кодирование. Byte 11 Sound System. Выбираем Sound System Internal Individual. В результате в настройках звука появляются 2 новых пункта для активации объемного звучания и виртуального саба. Заметно улучшается звучание, добавляется объем, улучшается качество звука и его громкость, баланс звучания в нуле становится действительно посередине автомобиля, а не на передних динамиках, как при стандартных настройках. У нас будет еще много интересных и полезных видео, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите в комментариях интересующие вас темы. Для нас важна обратная связь. Хорошего вам дня!